Наконец-то добралась до своих метельчатых гортензий. Вот так вот я их укутывала хвойным опадом, укрывала корни. Вот сверху укрывала синтепоном. Ой, господи, синтепоном. Вот тканью этой. И между ними опилки и хвойный опад. Но на взгляд вроде все нормально. Перезимовали. Так, сегодня 17 марта. Наконец, Подмосковье. Наконец-то я откопала, благодаря моему мужу Вячеславу, гортензии свои метельчатые. Вот так они у меня тут хранились. Над ними еще, наверное, сантиметров 80 снега. Когда это все оттаяло бы, неизвестно. Ну, что хочу сказать, что перезимовало все отлично. Единственное, только нашла гнездо мышиное. И в некоторых гортензиях грунт выеден, норы сделала, короче. Все хорошо. Даже у некоторых вообще зеленые почки. Сейчас занесу в тип Маунт Фуджи. Вон какие почки. Проснулся уже вообще. Иначе они замерзнут тут. Вот так вот их, которые не проснулись. И еще почек нет. Я оставлю вот так на улице. Сейчас накрою лутросилом или спанбондом. И которые есть почки, занесу в теплицу, поставлю на самый низ, и чтобы они уже вегетировали. Всем пока-пока.